Это новые прятки в лабиринтах с новыми персонажами. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые лабиринты, интереснейшие. Смотрите, какие тут здесь персонажи. Здесь Бен и Гзи, он какой-то кислотный. Это Гомер Симпсон, Скай из Щенячьего патруля. Дальше у нас Белка Сэнди, подруга Спанч Боба. Ну и, соответственно, рядышком здесь Мистер Крабс, любитель денежек. Лунтик и Гзи. И Пикачу. Ну что ж, давайте начинать. Я думаю, мы сегодня сходим, конечно же, во все эти лабиринты, в каждый из них. Так что обязательно тыкните лайк и подписочку на мой канал, если вы здесь впервые. Буду вам благодарен. Ну что ж, мы начинаем, друзья. Итак, первый лабиринт у нас Пикачу. Отправляемся прямо к нему. Ох, смотрите, ты что тут хлопаешь в ладоши, синий? На тебе, получай, отходи от меня подальше, вот так вот. Там и стой, понял, да? Опа, это Соник Икзи паучок, на. О, мне, кстати, крутые пушки дали, смотрите, у меня есть огнемет. Сейчас я с тобой разберусь. Отлично, погнали посмотрим. Это что, я? Там зомбак темный, ребята, это что такое происходит? О, Пикачу, смотрите! Помоги, зомбак! Надо справиться с твоей злой версией! Это темный лорд зомбак! Он тут хочет захватить мир! Помоги его уничтожить! Конечно, Пикачу, я вам помогу! Ничего себе, вы посмотрите! Это что еще за темный маг? Так, ладно, у него мое лицо, он тоже зомбак! Что за дела? Ух ты, я могу ракеты в него стрелять. Ну-ка попробуем. Бам! Смотрите, я могу... Ой, чуть в Пикачу не попал. Надо вот такой штукой бросаться. Смотрите, у меня вон такая классная штука есть. Я могу в него бросить. Так, получай. На тебе. Я в него попадаю и сам чернеет сердечки. У него очень сильная защита. На тебе, получай, монстр. Я тебя уничтожу, понял? Я тебя победю. Как же его сложно победить, он вообще супер силен. Но мы справились, друзья, мы большие молодцы, мы с ним разобрались. Ух, это было действительно круто, Пикачу, мне понравилось. Ладно, я отправляюсь дальше, погнали обратно, друзья. Возвращаемся обратно, друзья. Следующий на очереди, после Пикачу у нас Лунтик. Вот такой злой Лунтик, ужасный. Пойдем посмотрим, что ж там. Эй, солнце, ты чё прикопалась? Ты куда? Ну-ка, иди сюда. Аниматроник тут решил на меня нападать. Ага, иди сюда, на тебе. Так, что вообще здесь происходит? Здорово. Скибиди туалет многоголовый. Это Лунтик и Гзи. Вы посмотрите, какой он злой, ужасный. О, здорово, Лунтик. Привет! Помоги мне! Этот Икзи-монстр хочет нас всех скусать! Спаси! Я попробую это сделать, конечно. Не знаю, получится у меня или нет. Потому что, ну вы посмотрите, как это страшно выглядит. Ладно, Лунтик, сейчас что-нибудь попробуем сделать. О, у тебя тоже есть нечто для меня, что поможет. Так, я могу теперь тоже темной энергией управлять. Ребят, смотрите, у меня появился темный шар. Я могу его бросить, да, наверное? Ну-ка попробуем вот в того Хаги-Ваги. Опа! Довольно неплохо. А он много урона, интересно, наносит. Я сейчас его прям забросаю этими шариками. На тебе, получай! Вот так тебе и надо. Сейчас я еще и ракеты в него запущу. Ха-ха, довольно круто. Лунтик, но нам надо вот этого гиганта победить. И тогда мы сможем здесь пройти дальше. Но он реально здесь все перекрыл. Смотрите, еще своих монстриков поставил. Как же мне пройти-то? А я сейчас кислотной пушкой в них буду стрелять. На тебе, опа, с одним справились. Остался вот этот еще. Давай, отлично, остался только самый гигантский Лунтик Икзи. Но с ним будет сложнее разобраться, он все-таки силен. Ой, я сколько себе жизни потратил, коснувшись этой лавы. Да, надо быть осторожней. Это, ребята, радужная лава. Она очень сильно больно бьет. Вы посмотрите, я просто все сердце потратил. Это при том, что у меня супер мощный нагрудник. Да, вот это, конечно, жесть. Так, о, все, мы с ним справились. Лунтик, мы разобрались с ним, ура. Так, можно я оставлю эту всю энергию себе, хорошо? Она может мне еще понадобиться в следующих лабиринтах. А мы должны пройти теперь этот как-то паркур. Так, здесь вот эта штука крутится. О, у меня сейчас голова закружится. Жесть, что происходит? Так, перепрыгиваем и погнали в портал. Пока-пока, Лунтик. Погнали. Отлично, оранжевый лабиринт пройден. Следующий на очереди желтый лабиринт и Мистер Крабс.
Я надеюсь, он у меня денежки не будет просить, но погнали посмотрим. О, Килли-Вилли, иди сюда, на тебе. Так, отлично, надо добраться до вон того мистера Крабса. Что там происходит? Там еще и Спанч Боб, мистер Крабс. Так, надо срочно бежать к ним. На тебе, получай. Такс, я не могу тебя одолеть, я не знаю. Что за дела? Я его бью и бью, бью и бью. Все, наконец-то мы его победили, друзья. Я думал, он бессмертный какой-то. Фух, ну мы с ним справились. Нам все-таки надо вот туда идти, там Спанч Боб и мистер Крабс. Это они меня ждут вообще-то. Они вот эти вот монстрики. Ну ничего, мы с ними тоже справимся. Да, ребят, пустите меня, мне надо вот этого Хаги-Ваги победить. Что ты делаешь, Планктон? Ты что деньгами разбрасываешься? Здорово, ребят. Да, привет, зомбак. Эй, помоги нам, а? Мы тут этого, деньги зарабатывали честно в Красти Краб, а этот Планктон все украл и хочет их раскидать. Верни, пожалуйста. Да, конечно, конечно, без проблем. Он тут лазерами закрылся и сидит, деньги разбрасывает. Ах ты, Планктон, а ну быстро давай. Ах, ну ладно, драться мы с ним не будем, но мы его обязательно поймаем. Мы сейчас его поймаем и отдадим в полицию. Так, надо как-то перебраться к нему, вот сюда. Опа, все, я его поймал. Так, ребятки, нате, держите вашего Планктона, отдадите его в полицию. Ух ты, сколько тут денег! Да, это все деньги ваши теперь. Только мне надо как-то вот это вот сломать. У меня кирки нету, так что не знаю, смогу ли это сломать. А, ну вот отсюда можете обходить и вот забирать ваши деньги, ладно? Все, забирайте все, Планктон будет сидеть в тюрьме. А мы погнали. Выбираемся обратно, зеленый лабиринт. На очереди это, кстати, середина лабиринта. И это у нас Белка Сэнди, хорошая подруга Спанч Боба. Погнали быстрее к ней. Ой, на меня уже идут. Да отстань ты, чё ж я тебе сразу-то сделал? Вот прям сразу драться надо. Эй, ты, Алфавитлор, привет. Чё, будешь меня кусать? Да, конечно, будешь. Ой, там Белка Сэнди, смотрите. Привет, Сэнди. Да, привет, зомбак. У меня дом затопило, помоги быстрей. Он стеклянный с деревом купол, а его водой всего залило. Ах, зря я под водой живу. Да, кажется, зря. Смотрите, какой красивый купол у Белки Сэнди. Там прям домик ее в дереве. Классно. Что у нас здесь? О, губки. Это мне поможет. Это что, губки Спанч Боба, что ли? Так, я сейчас возьму себе новые пушки на всякий случай. И погнали, попробуем осушить эту штуку. Так, ага. Ну тут сильно довольно затопило водой у тебя, конечно, Белка Сэнди. Ты зря так под водой ты живешь. Ну рядом с Спанч Бобом и Патриком, конечно, весело. Все, я осушил. Мне хватило пару губок. Ну смотри, у тебя очень классный дом. Прям под стеклянным куполом. Вот такое дерево есть, ребята. О, а здесь выход. Ладно, все, Белка Сэнди, на. Держи, вот тебе губки. Осуши их и больше постарайся дом не затапливать. А я пойду дальше. Меня ждут новые испытания. Погнали. Так, выбираемся. И, ребята, у нас следующий у нас Скай. Это девочка из щенячьего патруля. Интересно, я ее еще редко видел в Майнкрафте. Погнали, быстрее посмотрим. Эй, красный радужный друг, давай подходи. Я никого не боюсь, на тебе. И тебя тоже одолею, получай. Вот так вот тебе. Так, что-то тут штука какая-то катается. Это пила, походу, да, надо быть осторожней. Так, отлично. Ну, признавайтесь, где Манкас? Куда прячете? А, ты чё? Отстань от меня. Так, давай, я с тобой сейчас справлюсь. Вон она, ребят, Скай, щенячьего патруля. О, нет, здесь у них, походу, какой-то огонь разгорелся. Смотрите, пожар. Но ведь они сами пожарные, это ведь щенячий патруль. Смотрите, там маршалу надо помочь. Ой-ой, горячо, очень горячо, если я сам загорюсь, мне страшно. Так, что, о, водичка, вода поможет, классно, классно, давайте сейчас мы все потушим. Так, отлично, вот здесь еще осталось потушить, все. Фух, мы, ребята, остановили тут огонь, он весь сериально во все стороны расходился. Маршал, ты спасен, это здорово.
Все, ребятки, погнали быстрее в портал! Выбираемся, ребят, предпоследний лабиринт на сегодня синего цвета. И Гомер Симпсон что-то у нас сегодня затеял. Давайте узнаем, ребят. Это что за чудище такое? Это Спанч Боб Экзи? Ну, давай, сюда подходи. А там, кажется, еще и Катнеп стоит. Да вообще, с каждым новым лабиринтом все страшнее. Ну ничего, мы с вами со всеми справимся. О, смотрите, это же Гомер и Барт Симпсоны. Ха-ха, прикольно. А где Лиза? И ваша мама тоже. Здравствуйте. А, привет, зомбак. Хочешь, наверное, порисовать? Вот, да, нарисуй нам что-нибудь, а сюда вот на бумажку. Чё, нарисовать что-нибудь? Прикольно было бы, да. Ух ты, мне реально кисточку дадут. А чё нарисуем? Хм, ну да, давайте попробую, конечно. Я возьму сам большой этот. Так, ух ты, можно тут зарисовать, вот так вот взять. Так, мы возьмем, наверное, красный и нарисуем сердечко. Так, мы вот так вот возьмем и рисуем сердечко. Только надо побольше сделать. Так, вот так вот. Вот. О, как красиво будет. Так, это, ребята, лайк. Поставьте все, пожалуйста, лайк. Вот такой вот. И сейчас мы еще вот так вот сделаем. Здесь вот такой блик. Ой, какая красота, ребята. Осталось только сделать нам стрелы. Вот так вот. И сюда. Ну, тут чуть-чуть не влезает, но я думаю, что пойдет нормально. Во. Так, готово. Смотрите, нарисовал. Сердечко готово. Хе, прикольно, да? Ладно, это было круто. А вы тоже что-нибудь рисовать будете? Да, мы уже нарисовались. Я думал, ты что-нибудь прикольное рисуешь. Сердечки какие-то. Бля, пошел отсюда. Ну, вы что-то недружелюбные, Гомер. Ну да, это все-таки Симпсоны. Ладно, удачи вам, рисуйте там, что хотите. Пойду дальше смотреть лабиринты. Ну и самый последний лабиринт, кому мы сегодня отправляемся, розового цвета, и это у нас Бен. Да Бен необычный, какой-то заразившийся, экзимшный. Короче, давайте погнали сюда. Опа, алфавит лор, здорово, на тебе буковка. Ой, Боксибу меня, кажется, хочет съесть. Че у меня сердечки почернели, что случилось? О, там Бен, друзья, добрый Бен. Давайте сейчас к нему подойдем, посмотрим, что там вообще происходит. Бен, здорово. Ой, это чем ты в меня пуляешься? Ты что делаешь, Бен, зомби, а? Зомби Бен, ты что мутишь? На тебе, получай, вот так вот тебе. Надо его как-то, ребята, одолеть. Бен, здорово. Да, привет, зомбак, помоги. Этот зомби Бен, его надо одолеть. Бросай в него слизни. Да, конечно, хорошо. Ой, там еще и адские собачки. Смотрите, это волки адские. Ой, они, кажется, идут сюда. А давайте попробуем вот так огнеметом. Бам, нате вам всем, получайте. Ой, он прям в меня попал своим кислотным шариком. Ты сейчас еще меня таким сделаешь зеленым. А, стоп, я ведь и так зеленый. А вот тебя нельзя заражать, Бен, убегай. Я сейчас сам с ним справлюсь. Я вот этими слаймами в них закидаю. На, получай. Так, давай, получайте, монстры. Я никого из вас не боюсь. Я вас всех победил, понятно, да? Так, наверное, мечом возьмем его вот так вот. Ну, отлично! Вот так вот, пару ударов и все. Остался только вот этот зомби, монстр. Вот этот вот Бен слаймовый. На тебе, получай, давай. Мы должны с тобой справиться. Да он силен, у меня сейчас все патроны закончатся. Вау, круто. Это что за штука такая? Я могу, ребята, слизнью бросаться. Прикольно. Ладно, Бен, давай удачи, еще увидимся. А я пойду дальше в этот портал. Выбираемся, ребята, обратно из розового лабиринта, поднимаемся наверх. Вот такие лабиринтики у нас сегодня получились. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Зомбак, и до новых встреч. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.